В Бельском микрорайоне «Дача» установили стелу «Я люблю Бельцы». Теперь каждый житель муниципия может признаться в любви к родному городу, сделав фото у стенда. Конструкция расположена на улице Дичибала. Ее за собственные средства установили сотрудники, расположенные поблизости частной фирмы, занимающейся рекламой. Таким образом, мы пытаемся украсить городское пространство, сообщили телеканалу БТВ представители фирмы. Жители микрорайона считают, что установка стелы – замечательная инициатива. Бельцам не хватает подобных идей по улучшению облика города. По мнению горожан, было бы неплохо установить такую же конструкцию при въезде в город Бельцы. Не знаю, но красиво. Вот начнутся фотографии на фоне. Не знаю, не можем сказать, но очень нравится, по крайней мере. Ну почему? I love you, Бельц. Че не любить? А как вы думаете, где было лучше еще вот такое расположить, чтобы бельчанам, так сказать, пример какой-то подать? Где лучше? У въезда в город. В школах? Да. Это патриотическое направление, так что? Да, очень приятно, очень красиво. А кто ее повесил, вы хоть видели? Не видела я наверху. Ну, красиво, некрасиво. А почему некрасиво? Красиво. А может, ее еще где-то надо повесить? Чтобы... Можно, конечно. Перед этими... Когда захочешь, Бельцев можно, чтобы все люди видели там. Около года назад жители этого микрорайона оригинальным способом самостоятельно обустроили территорию вокруг своих жилых домов. По собственной инициативе они установили урны для мусора, смонтировали забор, соорудили декоративный велосипед из железа. Бельчане считают, что это должно послужить примером для жителей других микрорайонов.